20 февраля. Сегодня на совещании было озвучено решение по демонтажу опалубки, так как при бетонировании субботы на воскресенье с применением скользящей опалубки должное качество монолитной конструкции не обеспечено. Скажу больше, это одно из лучших качеств бетона, который был в ходе производства работ скользящей опалубкой. Но недостаточно. Значит, срок начала демонтажа задекларирован 23-24 февраля. До этого, значит, отделом монолитной конструкции необходимо подготовить техническое задание на демонтаж в адрес компании «Монолитстройпроект». «Монолитстройпроект» озвучили срок по демонтажу. Это 10-14 дней. Золотаревский попросил убедительно промстройконтракт о том, чтобы они оказали услуги по контролю за демонтажом, так называемые услуги супервайзинга, как супервайзеры сработали. Ну, собственно говоря, все. Спасибо.